That didn't feel good. I don't know why she just threw that at me. Shut up! Мужик, у меня были деньги, машины, девочки. У меня все было. А потом пришел он. Пришел кто? Убертактный период. Давай пишем. Девчонка, я хочу потрогать тебя, но не могу, потому что ты слишком молодая. Нажми стоп. Что это, блядь, сейчас было? Я не уверен, я просто расту. А вот и нихера. Ты ничего без Ашера, так что перестань это делать. Но я не могу это контролировать. Это Ашер, у нас красный код. Повторяю, красный код. Операция Майкл Джексон созрел. Быстро! Я должен был принимать наркотики из Мексики. И они должны были прекратить, что со мной происходит. Эй, Ашер, я больше не могу принимать эти пилюли. Это схерали. Мой пенис отвалился! Ты уверен? Да, смотри. Вау. Может, это палец обезьяны или хвост свиньи? А то это как не похоже на пенис, слишком маленький. Те наркотики совсем не помогли. Я до сих пор находился в убертакте. Даже без пениса. У тебя же еще остались яички. Да! Эй, Ашер, я не уверен насчет этого. Ашер хочет увидеть. Боже, это похоже на два прыща. Затем пришла моя девушка Элина Гомес. Напоминает высохшую грушу. Это не смешно! Прекратите! Я не мог это выносить. Вернулся на студию только через неделю. Но все стало намного хуже. Окей, заценим. Я умею долго не кончать, как в старой порнухе. Это еще хуже, чем было до этого. Пожалуйста, остановите это. Быстро вырубай второй уровень. Ну все нахер, взорвется. Насрать. Попросту, моя жизнь превратилась в ад после этого. Но вы знаете что? Я никогда не сдаюсь. Я вышел из ничего и стал популярнейшей звездой в мире. Я никогда не говорю никогда! Извини, ты не мог бы сказать полное название фильма? Окей. Я никогда не говорю никогда! Часть вторая! Как бы там ни было, я вышел на улицы петь для людей. Вы, конечно же, видели видео в интернете. Оно достаточно популярное. Эй, у меня к тебе работа на доллар. Спой-ка ту свою известную песню. Детка, детка, детка! Остановись! Это ужасно! Верни мне мой доллар. Нет, он мой! Сейчас я тебя буду крошить. Нет, что вы делаете? Нет, 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 нет! Окей, отвали! Кусок дерьма. К сожалению, я потерял всех своих поклонников с годами. А как же она? Меня зовут Марти. Я обожаю Бибера. Эту майку он подписал, когда мне было 11. С тех пор я ее не снимала. Можно получить твой носок? У тебя есть 10 баксов. Но у меня только доллар. Хорошо. Блять! Перевод сделал Роберт, редактировали Виски и Джонни, озвучили Виски и Пеликан. Не забудь добавить это видео к себе, а также вступай в нашу группу ВКонтакте vk.com/club221-223-19. Ага.